Всем привет! С вами музыкальный магазин Glinky.ru. Сегодня в нашем обзоре рабочая станция Kurzweil PC4. Это долгожданное обновление топовой линейки рабочих станций фирмы. Этот инструмент приходит на замену таким моделям, как PC3 K8 и PC3 A8. Мы ждали обновления этой линейки, потому что инструменты подобного уровня выходят довольно редко, но сочетают в себе самые лучшие наработки фирмы, а звучание является невероятно реалистичным и красивым. Относительно предыдущей модели, PC4 имеет абсолютно новый дизайн, подобный тому, что мы уже видели в сценических пианино SP1 и SP6. Теперь синтезатор выполнен в довольно легком корпусе, весом всего 13 кг, против 24 кг его предшественника. В качестве клавиатуры установлена качественная фортепианная молоточковая механика производства Medley. Так же, как и в пианино Kurzweil Forte, здесь используется большой цветной дисплей и обновленный дизайн операционной системы, что, безусловно, позитивно скажется на удобстве работы с инструментом. Сердцем PC4 является мощнейший процессор Kurzweil Lena, пришедший на замену процессором Kurzweil Mare, которые использовались в синтезаторах линейки PC3. Благодаря этому возросли вычислительные мощности инструмента, а полифония возросла до 256 голосов. Объем сэмплов, используемых в PC4, теперь составляет 2 ГБ, а запатентованная технология Flash Play обеспечивает их мгновенную загрузку. Так же, как и в предыдущих линейках, здесь реализовано 4 основных режима работы. Program, Multi, раньше он назывался Setup, Song и концертный режим QAccess. В режиме Program пользователю доступны все основные тембры инструмента и доступ к их редактированию. В PC4 есть два звуковых движка – VAST и KB3. VAST-синтез основан на объединении 32 звуковых слоев и возможностью обработки их виртуальными цепочками различных фильтров. Теперь в структуру VAST можно добавлять слои, основанные на FM-синтезе. Это расширяет и без того огромные возможности инструмента. Движок KB3 создан для имитации звуков электроорганов. Они содержат набор осцилляторов, предназначенных для эмуляции тоновых колес классического электрооргана. Kurzweil PC4 содержит более 1000 высококлассных тембров, 4096 ячеек под пользовательские программы и мощнейший процессор эффектов, превосходящий в 2 раза модель предыдущего поколения. В качестве звука рояля здесь используется невероятно реалистичный тембр с имитацией струнного резонанса. Также доступно 2 ГБ энергонезависимой памяти для загрузки собственных сэмплов. В режиме Multi присутствует возможность разделения клавиатуры на 16 независимых зон, что позволяет достаточно гибко комбинировать тембры. Режим Song содержит 16-трековый секвенсор с возможностью редактирования. Функция QAccess – быстрый доступ для работы в режиме концерта – также присутствует в инструменте. Теперь для выбора этого режима нужно нажать кнопку View. Сверху справа мы увидим доступные банки, всего их 50, по 10 тембров в каждом. И нажимая кнопки цифровой клавиатуры, мы можем быстро выбирать любой интересующий нас звук. Помимо обширных синтезаторных функций, PC4 также является мощной MIDI-клавиатурой. Пользователю доступны 16 независимых зон клавиатуры плюс 36 независимых MIDI-контроллеров. На задней панели PC4 расположены 4 балансных аудиовыхода, аудиовхода, разъемы для подключения 4 педалей, USB и MIDI разъемы для передачи MIDI данных, разъем для подключения USB флеш-карты для обновления системы или загрузки настроек и разъем для подключения ленточного глиссандо контроллера. Kurzweil PC4 – это профессиональный инструмент высокого уровня. Он прекрасно подойдет как для работы в студии, так и для выступлений. Из тембров особенно хочется отметить звуки фортепиано и электрофортепиано, электроорганов, звуки струнных и оркестров. Также сильной стороной инструмента является продвинутая система синтеза VAST. Несмотря на богатый функционал, он может подойти и начинающим музыкантам, которые будут расти и постепенно открывать для себя новые горизонты инструмента.